Мне Градский говорил, да, что рэп – это как раз частушка, что, в принципе, вот этот совершенно вот рэп – это есть русская да, народная форма. Частушка. А рэп сейчас в моде. Актуален. Да. Вы как раз сели рэп очень это... давно на тему, которая очень сейчас стала модной. Надо согласна, рэп читать. Но это рэп. Понимаете, в чем дело? Тут тоже есть своеобразные ограничения. О чем вижу, о том пою. Да. Понимаете? А в частушках обязательно вкладывалась сатира, юмор. Вот о чем шла речь. И это было целенаправленно. И народ там ха-ха, хи-хи, видел в каждом этом юморе себя. И это было чудесно. Были такие контакты. А что такое рэп? Увижу стул, про него и пою. И что это такое? Не обязательно. Там есть какая-то протестная составляющая. Но есть, конечно. И есть категория людей, которые умеют это говорить хорошо, как скороговорка и все такое прочее. Это чудесно. Надежда Бабкина не умеет скороговорки? Умею, конечно. Ну, вот. Нет, дело в том, что я говорю, сейчас мы на этом не заостряем особо внимание.